Assalomu alaykum, sizlar bilan UzGame. Ko'rib turganingizdek, sizlar bilan bugun Assassin's Creed 3. Albatta, bu o'yin Rimga o'xshab ham yangi o'yinlardan emas, lekin o'yin istoriyasida o'zini izini qoldirgan o'yinlardan biri. Ko'pchilik o'ynab o'tgan bo'lsa kerak ushbu o'yinni, o'ynab o'tmagan bo'lsanglar albatta kelinglar, buni birgalikda o'tamiz o'yinni. O'yin juda ham qiziq va Ubisoft kompaniyasini eng oltin kolleksiyalardan biri deb o'ylayman. Kamroq gapirib o'yinni boshladik bo'lmasam. Albatta bizga одиночный игра kerak. Uplay hozircha kerak yo'q bizga. Xo'p, welcome to Assassin's Creed 3. Da, bularda bo'linglar, hozir o'yinni boshlaymiz, одиночный игра. Albatta bizga boshidan o'ynashimiz kerak. Dismont demaymiz biz. Kelinglar UzGame. Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали, или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала, с похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индустрис, для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю, до его создания. Победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели, а с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место, а с ним знания Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя Дезмонд Майлз. И он привел нас к отцу. Мы здесь.
Идем. Хоп, кюртургенгиздек, катсенаны хам кюрбетик. Біз азыр торога Дезмонд дадасы ва ярдамчылар кетишті қорге қарап. Келинлер бір ойынды уяқ-бияғыны көреміз. Мана бу микроавтобусыз. Lekin yaqinlashdi ham iloj yo'q bo'lyapti bu yerda o'yin qo'ymaydi bu yoqqa. Xo'p, istoriyani eshitgan bo'lsanglar, 2012-yilgi proroqchisini aytib o'tdi. Albatta, ushalmagan proroqchisi bu to'g'risida kelib gap ketdi. Va assassinlar va templerlar orasida bo'lib o'tayotgan munosabatlar haqida kelyapti bu yerda. Lekin Desmond qutqarmaydigan bo'lsa, alternativni mir deb paymiz endi. Boshqa o'zga dunyo boshqa liniyadagi dunyo, bularda o'yin ichidagi dunyo to'g'ri. Buzilib ketishi mumkin bo'lgan hodisa bo'lishi mumkin. To'g'ri, uzr so'rab qolaman, hozir tilam yaxshi aylanmay qolyapti. O'yin eski bo'lishiga qaramasdan, eski qanday 2012 o'yada 5 yil o'tib ketdi, lekin hozirgacha o'zini ko'rinishi va o'zini kashfalari yomon emas. Mana bu katsenada aytilgan shar. E'tibor qilmadinglarmi? Desmond bironta bir gap gapirishga ham ulgurmadi hali. To'g'ri, men o'ynayotgan personaj. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. O'zimiz o'zbekchilik bo'lsa, dadasini qo'lidan olib yurish kerak. Bu bo'lsa, ahvoli qarang. Xo'p, mayli. O'yinda davom etkizamiz. Zagurskiy ketyapti bizda hozir yuklanish. Qandaydir g'orga keldik. Ushbu g'orda betonlar ko'p, o'yinda ham chapda ham. Xo'p, nima bo'lishini kutamiz hozir. Balki yo'q. Katsiyana ketyapti. Думаю, мы здесь. Вау, блин, чем это говорит? Дезмонд. О, блин, фонарь не чудный, а? Так, узор, мишки, я хочу шлема, я бы хотел управление, если на урге молишь, мы кирегазгина, ты зрал его, что ли, ажи, ёгна? Сакираш на хамиле, ажи, ёг. Devorlarimiz ajoyib. Naqshlari. Qandaydir bir kompyuterning mikroskemalariga o'xshaydi. Biz izlashda davom etamiz. Qora saqichmi bu? Kim yok, bitti özümki galiba. İtibar kıldılar mı arkada personajlar payda oldu hazır. Spesialine ortaya karar geldim. Buranda adam kill yaptı mı yok mu?
ключ. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Хопас, обучение начинал на айтбутей. Анимус был компьютерный хамбар, а джой прогбр устройство делик. Аппарат, что давай его легенда. Аппарат не чьи-то, мне что Дезмонд. Аппарат уланген на зой. Зур, ручка там первого тла, что даем ему пьютепта. Возаше, они мускит хпоишь ты было. Что не чьи-то, бу утмешки хайт сдруп, утмештаги оп, то баболаран хкё ясны, башкаттан утмешки имкёнят болада, уж бу аппарат на деп. Хазар бу шо халет qanday desam bo'ladi, bu templiyalardan qochib turib g'orga kelishganda g'ordagi xram bo'lib chiqdi. Bu g'or emas, xramda o'zini yo'qotgandan so'ng mana shu apparatga solib qo'yishdi yana Dezmondni. Hozir biz obucheniyani o'tishda davom etamiz. Быстрый шаг пробил на мосин. Быстрый шаг. Так, удерживайте, чтобы бежать. А, я начну, да? Бежать. Так, нет, Хилдик. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. А, просто ушла бы трошки рек. Так, ты пойди, Юкорыги. Хата қолды. Аха. Так, қайырға енді. Ем башке. Ені қам ем башке. Оп, мен хата қолдым ау. Хата қолдым а? Yana ham keldik. Hop, 39 metr. Sakrashda davom etamiz. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд. Следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Хоп, бринча тамплиерам. Mana shuni o'ldirishimiz kerak. Birinchisi tayyor. Xo'p, bizga yuqoriga sakrash iloji bo'lsa. Sakra. Xo'p. Odamzod har doim adashadi. Thank you.
нашу студию всякий раз. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Хо, бенди пускай он не. Будто он не. Так. Нам она пердом. Асов. Так, бу ёка. Яхша. Сакаштан чургем опана. Bilmem bu oyunda kerak bo'ladi mı, bo'lmaydi mı bu narsalar hammasi. Lekin obucheniyasi majbur qilyapti shuni o'tishdi. Уровень синхронизации в ноль. Можно простроить нить. Пора понять, чего хочет храм. O'zim ham hayron qoldim. Hamma yo'q, o'zgarib ketdi. Ko'rtirganingizdek, dunyo qurilishni boshlayapti. Bu albatta hammasi shu apparatning ichida bo'layotgan ish. Katta kompyuterda. Bizni qayoqadir yurishni so'rayapti, shu tomonga qarab. Kimdir chaqirdi. Да. Просто задумался, вот и всё. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Хоп, керп тургенгиздек, біз хазыр театрге йол олепмыз екен. Буларның сөзләшіден білсек хам болады. Смертельный номер. Часть первым. Можем сам принять задание, мы забошляем из. Приглашение, сэр. Королевский театр. Взять у вас плащ, сэр. Чудный рецепт, чудный. Хотя, конечно, только в сезон, сами понимаете. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Хом. Bu yerda to'plangan odamlar hammasi teatr yoki opera eshitgani kelishdi. O'sha ovozdan ham bilsak bo'ladi. Bizning joyim bu yerda. Kechirib qo'yasizlar. Uzr. Yuradi. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Нажмите В, чтобы активировать линия. Бургют кёзана активация кылыш үчүн, ёкш үчүн В харфын. А, мана бир көрдүм. Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Найдите укромное место, чтобы залезть наверх. Хоп, бизнинг азар. Прошу прощения. Простите. Задача мыс. Але шу балконге чыгып туруп, шу адамды топиш. Юкарыга чык. Давай. Тезлаш. Жуда хам бир
Югарги, давай, катар. Или... А, бринчи заданиям сда, кюрсат спирпты, ханда юришны. Хайран қолама, шунчанар, адамлар көріп тұрыпты, бұнар саны... Вау! Хоп, я не имею пороги. Бля, так скалея, на саке. Я не имею пороги. Хоп, без чапки. Ой, нет, тоже. Двигайте влево, вправо. Двигайте вниз, найти все другие. Так, что надо, чтобы найти. Нажмите кнопку, может. Вау. Духам хрен лекин бунарсана. Кинчали фильмоламус. Удерживайте, чтобы нюх. Қойып бармаймыз, хич қанаған не кассияна, чүнки бұл қызықарлы біз үшін. Хоп, яны да сакирашына башлаймыз. Тайор болсаңыз. Бір. Сакира, сакира. Ем башке, ем баш. Театр түген күнче баш керек екен мұны. Хоп. Біз қайсыңыз әкіреш керек? Бұйыққа. Бұйыққа. Яна. Күрегі де шүрәді бұл ой шүкет әмән дейді. Сәкіре. Югарыға. Способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Turmagan hodisa, nimagadir Xeytinga ana shu cholni o'ldirishga to'g'ri keldi. Albatta bular hammasini keyinchalik bilamiz deb o'ylayman. Так, быстрый шаг. Быстрый шаг deb yozaman. Bizning o'rnimizga kimnidir ushlashdi. Время хоть бы удерживать, а персонал пройдет быстро. Хоп, без белка. Кюрпригайнинг зэки в театр на двухтатич тоже, без день ищны сабабли, без день ищ сабабли туро. Келли кюрамс, мы бурген. Ищны зэгюру мэпт. Хочу он мне. Шындай қылып тезрау юрыша деген бұлсы көпчілік. Бізді подезрениге түшіміз азырау болады. Ана. Үшле, үшле, үшле. Аляш өлдірді, точно.
Biz bu yerda hech qanaqa ish qilmadik. Tezroq yurishdingiz iloji yo'qmikan? Xo'p. Kechirasizlar. Havo yetishmayapti menga. Uzr. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успею не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения. Если б я мог рассчитать точнее... Ничего. Для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенвей. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Картада тенге амлини кўрсатиб, мана шу жойдан излайсан дейди. Кўриб турганингиздек, бугунги биринчи серияси ҳам Assassin's Creed 3-чи часта Assassin'da ўз ниҳоясига етиб келди. Албатта давоми чиқади бу ўтмиш тўғрисида саёҳат қиламиз, Худо хоҳласа. Ҳозирчи эса шу ерда. Мана шу катсияни тугатиб олсам. Shuning bilan do'stlarim, Uzgames birinchi Assassin's Creed seriyasini tugatmoqda. Xudo xohlasa keyingi seriyalarimizgacha ko'rishguncha xayr.